почетные граждане города Казани, дорогие гости, все собравшиеся в этом зале. Хайлик, информация фанат, фанделяр, Казан Шахарн Махтар граждан Нарехам, Пантанава, Шахарнга, Нахлар. Торжественное собрание, посвященное Дню Республики и Дню города Казани, объявляю открытым.
Под аплодисменты всем присутствующим! Огромное спасибо! Мы приглашаем вас в зал для того, чтобы вы смогли в полной мере насладиться дальнейшим праздником. Конечно, сегодня мы не могли не воспользоваться таким замечательным событием, встречей с Эльмирой Кривулиной и просим вас, Эльмира. Остаться на нашей сцене. Да. Друзья, мы, в свою очередь, от всей души желаем родному городу процветания и благоденствия, а всем присутствующим здоровья, счастья и отличного настроения. Пусть уважение и взаимная поддержка станут основой укрепления нашего городского сообщества, и тогда нам будут по плечу любые задачи. На сцене заслуженная артистка Республики Татарстан, финалистка проекта «Комос» Эльмира Калимулина, лауреат международных конкурсов Артур Хайрулин, Лейсан Мухаметдинова и образцовый коллектив Министерства образования и науки Республики Татарстан, шоу-театр «Шар». Звучит премьера.